Тишина должна быть в библиотеке. В хранилищах архива, в его читальных залах также обычно негромко и спокойно работают люди, увлеченные историей. Но только не сегодня. На сцене театра драмы за несколько минут гости и сотрудники архивов увидели историю становления Ульяновской архивной службы и познакомились с самыми ценными экспонатами архивной коллекции, которые бережно сохранили люди, увлеченные, горячо любящие свое дело. Кадры подготовлены хорошо под те фонды, которые здесь хранятся. И мне довольно плотно приходилось общаться. Опытные методисты, хорошие практики, вдумчивые аналитики – это сегодняшний день архивистов Ульяновской области. Что касается состава документов. Состав документов отражает историю Ульяновского края, Симбирского края в полном объеме. Архивная служба региона ведет активную работу с коллегами не только Приволжского федерального округа, но и всей страны. Этот год у нас оказался очень даже плодотворным. Между нашими двумя государственными архивами и государственными архивами Ульяновской области заключены соглашения о взаимодействии и сотрудничестве. Мы думаем, что это исторический момент. Кстати, для Государственного архива Ульяновской области один из главных исторических моментов датирован сентябрем 2017 года, когда хранители истории наконец-то получили свой собственный дом. В ближайшие несколько лет отремонтируют и оборудуют муниципальные архивы. В районных бюджетах на 2020-2022 годы заложено более 8 миллионов рублей. Помогаем, направляем людей. Допустим, они обращаются, вот хотят узнать там свои корни, так скажем, хотят узнать историю города. У нас работают исследователи по истории города. То есть, если какие-то документы есть, мы представляем всегда. И с ними охотно очень сотрудничаем. Очень много интересного и познавательного даже для молодежи вот сейчас. В день векового юбилея – новая награда. Лучшие архивисты были удостоены знака губернатора Ульяновской области за заслуги в развитии архивного дела.